Доброго вечора, шановні колеги. Ми розпочинаємо післяматчеву прес-конференцію. Вашій увазі виконуючий обов'язки головного тренера футбольного клубу «Львів» Андрій Березовчук. Пане Андрію, ваш флеш, коментар поки сьогодні. Ну, ми тільки почали, знаєте, це я виконуючий обов'язки тільки був на цю гру, на головного тренера Ішина Ляка. Я у нього помічник. Мы только приступили к работе буквально два дня назад. Мы знаем свои ошибки, видели их. Сегодня нам наглядно их продемонстрировали, мы знаем, над чем работать. Кое-что, ну, срок был очень маленький, конечно, за такой маленький срок нам не удалось привести в порядок то, что мы хотим видеть от команды. Мы пытались, но очень мало времени и сегодня временами какие-то проблески того, что мы хотим видеть, были, но много ошибок, над которыми надо работать и которыми мы займемся в ближайшее время. Дякую. Будь ласка, за питання. Вадим Адаменко, Футболовий. Интересует вопрос, почему отсутствовал Кіша Мелікан, новый главный тренер ФК Львов, это первый вопрос. И второй, какую игру у ФК Львов стоит ожидать болельщикам? Потому что, ну, откровенно говоря, в первой части сезона сложно увидеть было какие-либо нити игры. И какой вы видите развитие этой команды? Спасибо. Миша Меликан получил красную карточку в прошлой игре на кубок. Он был помощником Майнера, получил красную карточку, у него была дисквалификация сегодня. Какую игру мы хотим видеть? Ну, наверное, банальные вещи скажу, да, которые нравятся болельщикам, но чисто для себя, ну, хочется, чтобы команда забивала мячи, потому что в первом круге очень мало забито мячей, игра не зрелищная, она понятна, что зрителю не нравится, и тренерам она тоже не нравится. Мы хотим, прежде всего, чтобы был какой-то рисунок у команды, чтобы зрители видели, во что пытается играть команда. Забитые мячи нужна какая-то искра в глазах у футболистов, щоб вони грали з душою. К этому будемо стремитися. Дякую, будь ласка. Олег Ячук, футбольний формат із Пресо ТВ. Ви легенда металіста. Зараз несподівано побачили вас в Львів. Все-таки наскільки несподіваним для вас стало це запрошення, по-перше, це від керівництва чи від її Шемілікяна. І по-друге, по матчу розумію, що ви тільки прийшли, але все ж таки. Більшості, наскільки хотіли ви змінити гру в перерві, тому що грали в більшості, що прагнули, а що вдалося, що ні. Дякую. Приглашення було для мене неожиданне. Я займався своєю командою в Кавалчас, ми грав в аматорському чемпіонаті. Поступив дзвонилка Тегіші з приглашенням прийти к нему в штаб, помочь йому. Я почитав для себе, що це шаг вперед. Вирішив попробувати. Согласовал все детали со своим клубом и оказался здесь. Это было очень спонтанное решение, буквально за два часа оно принято. Очень неожиданно и надо было принимать решение очень быстро, потому что игра была на носу. Вторую часть вопроса. Что-то вылучшение, насколько хотелось сделать, потому что было ощущение. В перерыве хотели играть более агрессивно, более в атаке, потому что первый тайм мы просидели в обороне, не получалось ни перехвата мяча, ни выхода в атаку, ну, практически ничего не получалось. В перерыве хотели обострить игру нападения, выпустили еще одного нападающего, стали играть два нападающих. Хотели прессинговать соперника, ну, имея игрока лишнего, но на данном этапе не получалось. Есть над чем работать, опять же говорю. То, что планировали, ну, скажем так, не сработало, да, ввиду многих причин есть. Но даже при счете 2-0 у нас были моменты, которые, если мы один забили, там уже известно, может, появился бы шанс. А так не смогли забить, и третий гол, понятно, что расклеил окончательно, четвертый уже концовка. Дякую. Ще запитання будуть?
Ну, пока в Кальбу подают такие сигналы СОС. Видите ли вы, как один из новых тренеров, потенциал в этой команде, команде, которая, в общем-то, по вашему мнению, может себя спасти от пылита и не стать той последней командой, которая должна будет покинуть премьер-лигу? Спасибо. Мы для этого и пришли в эту команду. Потенциал мы видим, но надо будет приложить максимум усилий, надо будет немножечко помочь той большой количеству бразильских футболистов, которые есть в команде, помочь их раскрыть свои лучшие качества. Они играть умеют, как и все бразильцы, наверное. И мы здесь, в этой команде, чтобы им помочь, а они, естественно, должны помочь нам в ответке, чтобы сохранить прописку в премьер-лиге. Конечно, надо делать зимой усиление, над этим тоже будет, придется поработать. Как получится, это другой вопрос. Спасибо. Дякую. Запитання будучи. Дякую. Так, спасибо.